Собираясь в дорогу, наверняка у каждого из вас возникала одна и та же проблема. Вещей с собой хочется взять побольше, а места в чемодане маловато. В итоге приходится чем-то жертвовать. Не отчаивайтесь, на помощь придут вакуумные пакеты. О них мы и расскажем прямо сейчас. Вакуумные пакеты – настоящая палочка-выручалочка для путешественников. Они не только сэкономят место в чемодане или в шкафу, но и защитят ваши вещи от пыли, запахов, пятен, сырости и насекомых. Вакуумные пакеты предназначены для хранения вещей, для транспортировки вещей, ну, как бы одеяла, матрасы. Они хорошо служат для того, чтобы сохранять в целости, сохранности вещей. Не пропускает влагу, посторонний запах. Вакуумные пакеты бывают разных размеров. Выбирайте их в соответствии со своими потребностями. Для путешествия, для хранения вещей в шкафу и так далее. Обращайте внимание на толщину пленки. Она должна быть не менее 80 микрон. Они сделаны из прочного материала прозрачного. Внутри есть клапан пластиковый. В комплекте есть прищепка для застежки. Вот, пожалуйста, сам пакет немаленьких размеров. Сюда подключается пылесос и складываются вещи. Открываем, стегиваем застежки. Складываем наши вещи, застегиваем. Можно прищепкой, можно вручную. Подключаем насос к клапану и начинаем выкачивать воздух, высасывать. Мы решили сделать небольшой эксперимент и научить вас, как правильно пользоваться вакуумными пакетами. В этот чемодан нам удалось поместить всего лишь 8 вещей разных размеров. Посмотрим, сколько места будет занимать такое же количество вещей, но упакованных в эти чудо-пакеты. Поехали! Смотрите, сколько в итоге у нас освободилось места. Теперь в чемодан легко поместится обувь или, вот, например, даже пуховик. Не верите? Проверим. Вот во что превратился мой пуховик. Но думаю, эксперимент удался. Сюда еще что-нибудь поместится. Не забывайте, что у такого способа перевозки или хранения вещей есть один минус. Когда вы достанете одежду, она будет помятой. Если вы не любитель глажки, тогда используйте плотный картон. Его необходимо класть между каждой вещью сверху и снизу. Он не даст сильно измяться одежде. Не пытайтесь упаковать в вакуумный пакет шубу, ее можно испортить. Также нельзя хранить в них грязные или мокрые вещи. И помните, что даже плотные вакуумные пакеты легко проткнуть, поэтому всю фурнитуру складывайте внутрь одежды.